Привіт вам з Ізраїля. Сьогодні я вам вирішив почитати ось таку ось книжечку. Вважаю, що приїхавши сюди на роботу або приймаючи рішення, чи варто їхати сюди на роботу, важливо трішечки все ж таки розуміти, в яку країну ви їдете. Також важливо розуміти той народ, який живе. Також важливо розуміти і свій народ, себе, звідки ви приїжджаєте, і яке відношення до вас може бути. Відразу скажу, що я абсолютно миролюбива людина, і я не намагаюся зараз тут робити якісь сутички між різними націями, а лише це відео адресую тим українцям, які, можливо, не знають того, що я зараз їм прочитаю. А саме, книжка називається «Єврейський мір», написана Рабі Йосіф Тілушкін. В основному тут описано про історію Ізраїля, про історію ізраїльського народу та основи іудаїзму їхньої релігії. Також дуже багато є історичних моментів, які зв'язані з дискримінацією євреїв. Я думаю, всі знають про Гітлера і про концтабори, які були утворені ним задля знищення цього народу. Всім дуже просто осуджувати його дії, дуже просто жаліти євреїв, коли вони думають, що такий злочин робили лише німці, гітлерівці. А насправді було не тільки так. Я зараз зачитаю історичні факти для того, щоб ви могли подумати над ними і зробити, можливо, кожен якісь власні висновки. Так. Богдан Хмельницький і масове вбивство. Всі знають, на якій гривневій купюрі зображений Богдан Хмельницький. Всі вважають його українським героєм, але небагато знають про нього і такі факти. Мало кому звісно, що за 3 віки до катастрофи, катастрофою називають, хто не знає, це масові вбивства євреїв Гітлером, що за 3 віки до катастрофи вже були вбивства євреїв, подобні нацистським. Різня в 1648-49 роках була устроєна Богданом Хмельницьким, українським гетьманом, возглавившим восстання проти польського владычества. Так как многие евреи служили у польских дворян, владевших землей на Украине, гнев Хмельницкого обратился и против евреев. Как и Гитлер, Хмельницкий ненавидел всех евреев без разбора. Считается, что его казацкие отряды убили более 100 тысяч евреев. В то время, когда мировое еврейство насчитывало всего не более 1,5 миллионов человек. Ниже следующее описание современника перечисляет зверства, которые учинили казаки Хмельницкого. Если у вас слабые нервы, не читайте. У меня были большие сомнения, приводит ли подобный текст. Но я опасаюсь, что этот эпизод еврейской истории будет совсем забыт. С некоторых евреев стирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они падали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу. Спаривали животы, беременных женщин вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить. И не было такой смерти, на которую бы не обрекали их. Трудно поверить, чтобы люди, созданные по образу Бога, были способны на такой садизм. Трудно и поверить, что Богдан Хмельницкий до сих пор считается на Украине великим национальным героем. Когда я в 1973 году посетил Советский Союз, мой интуристовский гид объяснила, что одна из центральных улиц Москвы, кстати, в 2 шагах от Хоральной синагоги, названа именем Хмельницкого, потому что он был великий воин и герой. Она очень удивилась тому, что я рассказал о Хмельницком. Многие евреи, которые не были уничтожены в той резне, были проданы в рабство, в основном на Константинопольском рынке рабов. Много лет подряд еврейские общины Европы собирали деньги для выкупа и освобождения этих рабов. Похоже, что ужас и скорбь, посеянные резнёй Хмельницкого, повлияли на то, что евреи спустя менее чем 20 лет последовали за лжемессией Шабатом Цви. Коли я вчився в школі, в історії України, нам такого не розказували. Чому цей епізод був вирізаний, не знаю. Але я думаю, варто розуміти, що
і такі події відбувалися в нас на Україні. Це ще не все, я продовжу. Погроми. Жуткі свідчення очевидців зібрані Шаломом Шварцбардом. Шварцбард сам пережив погром 1918 и 20 годов, который произошел за короткий промежуток независимости Украины под властью Симона Петлюры. Когда красные разгромили войска украинцев, Петлюра бежал в Париж, где Шварцбард и убил его в 26 году. После трехнедельного суда Шварцбард давал показания о том, как войска Петлюры и масса украинцев обходились с евреями. Французский суд оправдал его. Вот этот отрывок. В конце августа 19 года, когда я был в Киеве, вошли первые отряды гвардии Петлюры. Они убивали всех евреев, которых встречали на пути. Посреди большой Васильковской улицы я увидел труп молодого мужчины на мостовой и женщину, оплакивающую своего единственного убитого сына, положив голову ему на грудь. Хулиганы выкрывали оскорбления, издевались над ее отчаянием. Один получал: «Это хорошо, мы покажем вам, проклятым евреям, мы всех вас убьем». В другом месте они заставляли несчастных есть собственные экскременты. Они засыпали людей землей и похоронили заживо. Они не щадили мертвых. В Триполье на Днепре, где родился сам Петлюра, после пятого погрома 47 трупов старых, больных и детей были брошены на улицах, у них не оставалось ни души из родных и близких. Собаки начали пожирать их тела, свиньи в них копались. Наконец, один нееврей, который работал с евреями из жалости, вырыл могилу и похоронил их. Гайдамаки, украинские солдаты, узнали об этом и убили его. Все это произошло уже в 20 веке. Далее. Нацистские войска обычно получали помощь от местного населения, особенно на Украине. Украинский антисемитизм имел долгую и кровавую историю, уходящую корнями к погромам Хмельницкого. Однажды, когда мэра Нью-Йорка Эда Коха, еврея по национальности, пригласили возглавить празднование Дня Украины в Нью-Йорке, то он шутливо заметил, обращаясь к украинцу-организатору: «Прекрасно жить в Нью-Йорке, где я могу идти во главе праздничной колонны. В нашей же старой стране я бы бежал вдоль улицы, а вы бы гнались за мной с ножом в руке». Самая жуткая резня была устроена в киевском пригороде Бабин Яр во время Рош Гашана, еврейский Новый год, в 41 году. Свыше 33 тысяч евреев согнали в одно место и убили в течение двух дней, а их тела закопали в огромных ямах. После Второй мировой войны Бабий Яр стал символом советской, мало чем уступающей нацистской и украинской неприязни к евреям. Коммунистические лидеры запрещали евреям соорудить памятник жертвам Бабьего Яра. Ежегодно в очередную годовщину массового убийства сюда приходили группы евреев и совершали молитвенную службу в память о мучениках. В лучшем случае коммунистические власти лишь разгоняли молящихся. В менее счастливые времена бывали и аресты. Я хочу звернути ці слова до українців, які не знали того, що які могли не знати того, що я прочитав, для того, щоб ви могли зрозуміти, що і такі моменти в історії України і українського народу були. А також і до ізраїльтян, до мешканців цієї країни, в якій я зараз живу, які не зовсім доброзичливо також ставляться до нас, українців, які приїхали сюди на роботу, які також дуже часто в коментарях згадують те насильство, яке колись український народ завдав їм. Але у відповідь на ці зауваження хочу також звернутися до вас словами тієї ж самої мудрості єврейської, словами тієї ж самої Тори, які я також вичитав в тій самій книжечці. Що я хочу сказати? Ось. «Да не будут наказуемы смертью отцы за детей и дети, да не будут наказуемы смертью за отцов». Дворим 24:16.
почти 4000 лет назад, еще до дарования Торы, наказание детей за проступки родителей было упомянуто в выдающемся правовом документе того времени, в вавилонских законах Хаммурапи. В одном известном случае, закон око за око, указано, что если человек построил дом для другого, и дом рушится и убивает сына или дочь хозяина, то умертвляется сын или дочь строителя. Хаммурапи считал, что раз дети – собственность родителей, то если родители совершают грех, то должны отобрать у них часть их собственности. Такие рассуждения были отвратительны Торе. Она считает, что если все люди созданы по образу Бога, то все они имеют бесконечную и индивидуальную ценность. Кто спасает единственную жизнь, спасает целый мир. Если человек дурной, это не значит, что и его дети будут дурными. Фараон, который приказал утопить всех еврейских младенцев мужского пола, имел дочь, которая пожалела младенца Моше, Моисея, и спасла его. Тобто, я хочу звернутися до тих, хто пише не дуже приємні коментарі і виступає дуже конкретно проти українського народу, а особливо проти українців, які приїхали сюди. Я хочу звернути саме ці слова, які я тільки що прочитав. І також є ще одні слова, які також я прочитав в цій книзі і хотів би звернути до ізраїльтян, до тих, які не дуже люб'язно відносяться до українців, які приїхали сюди. «Ібо пришельцями ви були в країні єгипетській». Шмот 22.20, Ваікра 19.34, Дворим 10.19. Как правило, жертва жестокости не склонна прощать. Дети, с которыми плохо обращались, часто вырастают в жестоких родителей. Но Тора настаивает, чтобы человек на опыте своего прошлого страдания учился быть более милосердным к тем, кто страдает сейчас. Поскольку евреи в Египте страдали как чужеземцы и рабы, Тора постоянно напоминает им: «Обращайтесь с чужеземцами лучше, чем с вами обращались в Египте. Как житель страны среди вас, пусть будет у вас пришелец. Ибо пришельцами вы были в стране египетской. Люби его, как самого себя». Нельзя использовать вашу собственную боль как оправдание причинения боли другим, настаивает Тора. Напротив, именно из-за этого вы должны обращаться с другими лучше. Дякую, что дивились. Також буду вам вдячний за подписку на канал, лайк видео. Також чекаю ваших коментарів під відео. Хотілося б почути вашу думку. І українців, і ізраїльтян на цю тему. Відразу прошу, будь ласка, утриматись від образ в одну чи в іншу сторону. Я це відео знімав для того, щоб показати, що ми, українці, не можу говорити за всіх, але за тих, кого я знаю, за моє оточення, абсолютно позитивно і дуже добре відноситься до людей, до ізраїльтян, до людей, які сповідують юдаїзм. Щиро дійсно співчуваємо великій катастрофі і всім погромам, і всьому, що дійсно відбувалось з єврейським народом. Хочу подякувати всім тим місцевим ізраїльтянам, євреям та неєвреям, які нас приймають тут, які нам тут допомагають, які дають нам роботу, дають нам житло, дають можливості тут жити і насолоджуватись цією країною, спілкуванню з людьми, цією природою. Всім дякую. Всім миру, добра, щастя. Пока.